хочу все-таки вас вернуть к постановлению Государственного совета Республики Крым о проведении мероприятий по погашению налогового долга в переходный период. Номер этого документа 2351-6/14. Этот документ от 9 июля 2014 года. Опубликован он 22 июля текущего года, то есть момент введения в действие данного нормативно-правового документа 22 июля текущего года. И говорим о том, что если вы имеете налоговый долг, вы можете получить налоговое требование. Это налоговое требование будет направлено тому, еще раз повторюсь, у кого есть налоговый долг. И должно быть оно исполнено вами, если такой долг имеет место, в течение 8 рабочих дней с даты его получения. Для предпринимателей и граждан, которые также могут иметь налоговый долг, это 30 календарных дней. Следующий момент. Налоговые требования по должникам, которые числятся по состоянию на 1 июля, заметьте, не на 1 января, а на 1 июля, должно быть направлено в налогоплательщика в течение 2 месяцев после вступления в силу настоящего порядка. Этот порядок, утвержденный постановлением Государственного совета Республики Крым, вступил в действие с 22 июля. Поэтому, у кого есть налоговый долг, вы можете получить налоговое требование. Должны изучить данное постановление и действовать в рамках законодательства в переходный период, соблюдая все требования.